сотрудничества с Димой Биланом. Тем не менее, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что продукты приносят не просто деньги и помогают закрывать звания, генерировать объем. Многие лидеры, наверняка многие из них сидят сейчас в зале, говорили мне, что наличие звезды на обложке каталога сильно упрощает рекрутирование. Потому что показывая каталог, на обложке которого наш продукт представляет звезда, очень просто вызвать интерес у потенциальных клиентов. Очень просто войти практически в каждый дом. Потому что каждый клиент спрашивает: ой, а посмотри, покажи мне этот каталог. Хочется его представить, что же там такого интересного? И начиная разговор про продукт, вы можете легко перейти к разговору о возможностях. Надеюсь, никто из вас не будет спорить о том, что гораздо проще провести рекрутирование людей, которые уже попробовали наш продукт, которые уже полюбили наш продукт и которые уже хотят рекомендовать наши продукты. Все это время мы думали о том, что вот было бы здорово успех первого Эксайта повторить. Было бы здорово дать вам возможность еще раз сгенерировать такое огромное количество баллов бонуса и такое огромное количество директорских структур и заработать так много денег. Долго мы на это не решались, но прошло 6 лет, и мы думаем, не пора ли, друзья, не пора ли нам запустить еще один Эксайт? Я не слышу вас. Мне кажется, да. Пора. Встречайте. Только в каталоге 10. Новинка. Новая. Мужская. Туалетная вода. Excite Force. Это развитие популярной темы Excite. Это новый, более интенсивный, более многогранный, более глубокий, более интересный, более зрелый, боже мой, мужественный аромат Excite, который наверняка станет бестселлером. Ну что я рассказываю? Вы сейчас все сами увидите в нашем новом рекламном ролике. С этой сцены я к этому абсолютно четко присоединяюсь, потому что как человек, привыкший побеждать, имею такие вот отношения добрые, добропорядочные, уверенные, гарантированно успешные, как компания Reflame, как вы, как те люди, которые все это, во все это вдыхают в жизнь каждый день, каждый час. И мне
абсолютно приятно сегодня стоять здесь со своими соратниками. Еще раз повторюсь, мы все привыкли побеждать. Спасибо еще раз, что сегодня есть такая возможность быть вместе с вами. Слава Сергей, с вашей компанией. Тима, ну ты видишь, какой успех, какая реакция на нашу творческую работу, которую мы сделали с одним из ведущих фотографов Москвы, Данилом Головкиным. И постарались рассказать нашей аудитории некоторую историю и в фотосессии, и в видео. Давай немножко расскажем, что вообще мы вкладывали, о какой силе идет речь. Потому что Excite Force переводится как «force» — это сила. Ну, во-первых, мое мнение, Сергей. Мне кажется, что все-таки стереотипы должны меняться. Как меняется жизнь, мы привыкаем ко всему, поэтому нужно развиваться. Я думаю, что здесь абсолютно четкая ассоциация с тем, что не обязательно обладать только грубой мужской силой, качать бицепсы, я не знаю, ходить в спортзалы. Мне кажется, зачастую все-таки больше всего имеет значение то твое внутреннее состояние, которым ты можешь заразить людей. А в чем оно проявляется? Вот на мой взгляд, это, конечно, все-таки уверенность, это надежность, это энергия, это вдохновение, это желание побеждать. Это все-таки те качества, которые не бросаются, как мы привыкли говорить в нашей стране, встречаем по одежке. Это не бросается в глаза, но это как спорт. Это даже не спринтерство, это бег на долгую дистанцию. То, что мы видим, да, на теле человека, он надевает на свою капсулу мышцы, это все-таки несколько другое. Возможно, это тоже олицетворение мужской силы, но все же это глубинные моменты. Дима, это золотые слова. Я просто смотрю, как девушки реагируют на слова уверенность и надежность в контексте обсуждения мужчины и понимаю, насколько ты прав. Смотри, в ролике у нас еще большая роль отдана силе природы и вот этому взаимодействию. Можешь что-то рассказать залу про эту составляющую? Знаете, друзья, я все время буду апеллировать к вам, потому что привык иметь дело с людьми и с ними разговаривать, да еще и с такими, как вы, прекрасными, красивыми, какими-то... Мне все-таки кажется, что главное вдохновение, которое может прийти к тебе, снизойти, это, во-первых, от людей, встречая какого-то интересного человека, ты можешь открыть для себя какую-то неведомую вселенную, но то же самое природа. Она нас окружает, мы зависим от нее. И раскаты грома для меня абсолютно четко ассоциируются с силой, с эмоциональностью, с музыкой. А музыка — это вообще вещь, о которой можно говорить. Это не вещь, это просто что-то самое главное, на чем стоит весь этот мир. Музыка — это симфония. Часто музыку сравнивают с ароматами. Говорят, ты слышал этот запах? Также говорят о музыке. Также составляют всю эту систему, гармоническую сетку запахов, гармонии, скрипичной группы. Все то же самое представлено, мне кажется, и в ароматах. Вот. Ну и раскаты грома, музыка, молнии, но это сила, естественно, энергетика. Все это воплотилось, мне кажется, абсолютно четко. И мы это видим, и неспроста эта ассоциация нашла свое решение в этой видеоработе. Мне кажется, она гениальная, правда. Дим, смотри, ты потрясающе говоришь про ароматы, про его похожесть на музыку, да, по строению. Мы недавно представляли сам аромат журналиста. Какие у тебя личные эмоции сам аромат вызвал, его, как ты его можешь характеризовать нашей аудитории? Ну, вы знаете, да, соглашусь, у нас была встреча с большим количеством журналистов, и вопросы, я думаю, вы их еще увидите, услышите. Действительно, была замечательная встреча с легендарной женщиной Аленой Долецкой, которая привезла моду в нашу страну, и спасибо огромное, что мне довелось также с ней пообщаться на этой пресс-конференции. Вот, но мне кажется, что все-таки аромат, он многослойный. Аромат – это больше, чем, мне кажется, даже поступок, потому что как ты вдохновляешься музыкой, так же ты вдохновляешься ароматом. Уже потом человек производит под этим впечатлением действие. Оно может быть как и судьбоносным, как и абсолютно, знаете, позитивным, но также можно творить под впечатлением, ну, нечто нехорошее, не буду называть это своими именами, эту энергетику не привлекать. Поэтому мне кажется, что этот аромат, он сложно сочиненный. Там есть и древесные фундаментальные ноты, которые нас окружают постоянно. Я как человек, живущий за городом, знаю, что такое природа. Выходишь, и ты все. Ты уже отдан. В общем, ты силен. Вот. Ну и, конечно, цитрусовые истории там присутствуют. Все это достаточно сильно. Мне кажется, самое главное, что мне хочется, чтобы зал запомнил, что это действительно...
действительно аромат, который будет существовать параллельно с основным их сайтом, но это не является чем-то принципиально другим, это развитие истории. Но не может человек стоять на месте, так же, как, наверное, вы, ваша компания и я абсолютно как зависимо от вас, так и независимо. Естественно, меняемся, мы люди, мы должны это делать. Если это не происходит, то это странно. Поэтому, вспоминая тот аромат, благодаря которому мы снимали тоже невероятную историю, это происходило все в Дубае, это был эксцентричный запах, и для меня это, конечно, удивительно. Опять же повторюсь, как человеку, привыкшему побеждать, такая уже привычка в характере сформировалась. Я потрясен, что этот аромат на самом деле лидирует, и уже не первый год. Для меня это огромное счастье. Спасибо большое, что это происходит. Абсолютно невозможно не отметить ваши старания. Спасибо огромное, что в этом случае мы соратники. Вот. Ну и касаемо, конечно, данного аромата, но это все-таки, я думаю, опытный аромат. Он взрослее, он уже прожил, он знает, что такое цена жизни. Вот так, Дим, смотри, мы говорим про аромат, но все равно, продавая любой парфюм, мы создаем некий образ мужчины. И ты правильно сказал, что 6 лет назад в Дубае мы снимали один образ. Светлый, игривый, веселый, такой хулиганистый немножко, задорный. Сейчас совершенно другой образ наши гости посмотрели на экране. Как вообще твой творческий путь и твой образ на сцене эволюционировал? Похоже или не похоже на то, как изменился аромат? Мне на самом деле не хватит, может быть, и 10 минут, и 20 о том, рассказать о том, что произошло в моей жизни. Ну, во-первых, хочу поделиться радостью, так же, как вы сегодня делитесь своими успехами, своими бонусами, баллами и всем тем, что можно назвать ступеньками к вершине. Вот, это, конечно, огромный опыт работы с детьми. Это счастье невероятное, это проекты, это огромные затраты энергетические, ответственность большая. Мы понимаем, что такое быть ответственным за кого-то. Сегодня выход большого исторического фильма на широкие экраны, зрителями которого, я надеюсь, вы также будете. Вот, и, ну, это колоссально. Видишь, какая реакция? Это колоссальный, на самом деле, опыт. Все это происходит параллельно. Я думаю, что мы неспроста с вами соединились в этом, не побоюсь этого слова, новом, качественном экстазе. Это будет здорово, я уверен. С вашими золотыми руками, мыслями, идейностью, я надеюсь, что все это будет иметь колоссальный успех. Успех уйдется золотыми руками золотых директоров. Чтобы уйти на этой сцене, с этой сцены на какой-то возвышенной ноте, я хочу попросить тебя этому залу, в контексте того, что мы представили новый аромат, что-то пожелать. Я думаю, что человеку, в принципе... Пожалуйста, я, вы знаете, спою этот кусок, который представлен сегодня был. Но это будет очень интимно. Не молчи, скажи мне хоть пару слов, и я... Друзья, такое случается только для Арифлейм. Дима Билан совершенно без подготовки. Клянусь вам, совершенно мы не подготовки. Вы крикнули петь, да? Дима сразу запел. На этом сюрпризы от Димы не прекратятся, друзья. Но я все-таки хочу, чтобы он вам что-то пожелал. Ну, во-первых, мы как люди целеустремленные, товарищи. Внимание. Все-таки стремимся к успеху, и я вам желаю на пути к этому успеху все-таки интерес человеческих качеств. Пусть это все будет в балансе. Ну и, конечно, вдохновляйтесь, помогайте друг другу. Это очень важно. Я вас искренне люблю и смотрю, что интерес, конечно, колоссальный. Хотел бы сейчас сделать на фоне вот этого невероятного селфи, и потом, возможно, кто-то зайдет ко мне. Давай, подержу микрофон. Зайдет, то самое счастливое лицо. Друзья, Дима Билан, селфи на фоне круга.